Когда началась Великая Отечественная война, мы учились в Акшинской средней школе. 5 человек из разных сел решили, поедем на фронт вместе. Около 6 месяцев рядовой пехоты Дмитрий Александрович Утюжников участвовал в обороне Москвы. Был тяжело ранен и попал в полевой госпиталь. В 1942 году под Сталинградом в составе 260-й стрелковой дивизии защищал северо-западный участок фронта. Среди многочисленных наград есть 2, которыми он особенно гордится. Медаль за оборону Сталинграда и орден Отечественной войны первой степени. Низкий поклон вам за ваше мужество, отвагу и героизм. Вечная слава героям!